По крайней мере, нас запретят сразу. Ой, сардельщики очень сильно скучают. Прости, я прослушала тоже законопроект. Сегодня 1 апреля, что ли? Привет, друзья, это Slot News 2, выпуск номер 6, и мы в клубе People. Сегодня состоится московская презентация альбома «Шестой», на котором музыканты исполнят как свои старые хиты, так и новые песни. Сейчас 7 часов вечера, и начинают собираться поклонники группы, которые купили акции на планете.ру Meet and Greet. И буквально через несколько минут они окажутся в гримерке вместе с группой, где проведут некоторое время в приятной компании. Сейчас мы поднимемся к поклонникам и к музыкантам и несколько за ними подглядим. Итак, мы подходим, открываем дверь и... Заходим. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, друзья, видеосмотрители и радиослушатели, подруги, подружки, подруженьки. Сегодня мы зададим тебе несколько вопросов. Если бы вместо новогоднего обращения президента группа Slot могла бы сыграть какую-нибудь одну свою песню, что это была бы за песня? Но это была бы песня под названием «Пауза оцепенения», потому что это событие из разряда того, чего не может быть никогда. Скорее всего, мы будем стоять в замороженном виде, в оцепенении. Наверное, ученые будут вокруг суетиться и говорить, что впервые на Земле были обнаружены следы гуманоидов, которые заморожены в вечных льдах. Спасибо. Ну, это была бы песня... Так сразу не могу ответить сейчас, надо подумать чуть-чуть. Мне, ну, например, песня... Какое-нибудь мясо, в общем, чтобы народ офигел просто, мне кажется. Например? Например, да, Old School, вот песня с нового альбома. И было бы очень круто замесить ее. Ну, наверное... Аналогичные в нашем творчестве песни Джингл Беллс, наверное, не знаю, они были Кенни. Аниме. А почему аниме? Моя любимая песня. А почему? Потому что она очень клевая. Окей, спасибо. Черт! Теперь Сочи точно надо вместо новогоднего обращения петь песню Сочи. We'll be right back.
российской стройке, без света вечных пробках, почти на помойке. Помойтесь в море! Это услуга бесплатная, говорят, только в море есть города, ладно, смотрите, стадион растут. Отели отличные, и все деньги теперь тут, правда, не у вас лично. Если бы у тебя была возможность, не прилагая никаких усилий, получить какое-либо умение, чего бы ты выбрал? Такой сложный вопрос. Какое-нибудь умение? Ну, я думаю, что не лениться. Не ленидзе. Не ленидзе – это хорошее умение. Это, видимо, с ленами связано, но, честно говоря, надеюсь, что нет. Я всю жизнь хотел стать настоящим классическим пианистом. Вот это единственное, о чем я бы попросил, наверное. Потому что для меня, ну, живопись очень интересна, какие-то другие экзистенциальные виды искусства тоже интересно, но это мне не близко. Вот стать пианистом, который бы сыграл концерт Рахманинова, например, вот это цель жизни, и вот так получилось, что я не стал пианистом. И очень бы хотел, вот если бы был такой шанс, отмотать налево запись своей жизни и начать где-нибудь лет с трех, чтобы вот я усердно занимался, трудился и стал бы сейчас настоящим пианистом. И не стоял бы с нами. Ну, как знать, знаешь, я. Раз так бабах, выходишь после концерта в Московской консерватории, отыграл там фортепианный концерт Шостаковича, а там вы и спрашиваете, вот как ты относишься там, например. Да. А я бы сказал бы, знаете, я бы всю жизнь хотел мечтать стать гитаристом. И все бы вернулось на круги своей, потому что человеческий разум — это как петля Мёбиуса. Какие-то вещи появляются, они закручиваются в этой петле и возвращаются обратно в каком-то модифицированном, в каком-то непонятном виде. И поэтому, ну, мечтать о чем-то определенном, мне кажется, это полный абсурд. Черт, хочется жить вечно. Воскрешать людей. Как благородно. Да, да. Вот, наверное, так, да. Очень банально отвечу, можно? Ну, зато честно. Я бы научился играть на гитаре. И скажи что-нибудь о вашем проекте на Планета.ру, как это было, как это будет и будет ли вообще? О, это было отлично, это было волнительно, потому что мы не понимали, получится ли, но это получилось, поэтому это было функционально, и это уже будет хотеться повторить явно на следующем альбоме. Всем спасибо, что вы нам помогли, мы сегодня лично пожамкали ручки, раздали эти призы, подарки, раритеты и реликвии. Вот, мне кажется, все довольны, и это самое главное. Очень серьезный вопрос на контрасте с предыдущим. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что эта система выживет в России. Мне кажется, что это просто потому, что первый опыт, первый блин, поэтому он интересен и, может быть, вкусен. Еще все очень круто, что все проучаствовали. Мы не ожидали, что люди настолько отзывчивые в наш циничный 21 век, вот, что они все-таки подорвали свои попы и положили какие-то денежки. На самом деле, дело же не в деньгах, а в том, чтобы как-то проявить инициативу. У нас очень трудно с этим сейчас. Вот, но они это сделали, мы все в шоке и рады. И это очень нас заряжает, так как все это произошло, значит, это кому-нибудь нужно. Спасибо вам. Вообще, вот сейчас человечество очень активно прибегает к помощи окружающих. Что это значит? Это значит, что создается очень большое количество проектов, очень интересных проектов, которые никогда бы не заинтересовали скучные большие корпорации или скучных каких-то прагматиков, экономистов и прочих людей, которые считают только прибыль, только бабки. Сейчас люди могут, изобретатели, музыканты, творческие люди, заявить о себе в независимых финансовых проектах и сказать, что, знаете, я вот могу вот сделать вот это, но мне надо немного денег для того, чтобы это воплотить. Это нормально, мы живем в материальном мире. Для того, чтобы что-то сделать, надо что-то приобрести, найти средства, сделать продукт. Поэтому я считаю, что это, ну, единственный на сегодняшний момент возможность независимым авторам, независимым творческим людям, независимым изобретателям, инженерам воплотить что-то интересное в жизнь, которое в будущем будет служить человечеству.
я не знаю, на благо цивилизации, на благо культуры, на благо нашего национального достояния. Спасибо. Самый часто задаваемый вопрос, Даша, такой. Когда группа «Слот» выступит в Анапе, в Бресте, в Воронеже, в Гусь-Хрустальном, в Днепропетровске, в Ереване, в Житомире, в Зеленограде, в Иркутске, в на... что это? Это Караганда, Москва. В Анапе, в Брянске, в Краснодаре, в Иркутске, в Караганде, в Гусь-Хрустальном, в Пскове и много-много где. Это точно вообще ты назвала по порядку наш следующий тур, по-моему. Если вы эти города все найдете на slot.ru, справа в колоночке, значит так и будет, мы к вам приедем. Я думаю, что вот этот тур в поддержку 6-го, мы там все вот это вот сыграем. Ну когда?
мне самому, в общем, интересно. Поэтому, как только нас позовут, и наш замечательный турменеджер сконнектится с вами, мы приедем несить в любой город. Поэтому, собственно, ждите и хотите, и жалуйтесь вашим организаторам, что нас нет. И тогда мы приедем, мы будем делать рок. Ну, что я могу сказать? Слот – группа культовая. Мы, в общем, редко гастролируем, очень редко. Не потому что вот нет интереса. Нет, абсолютно не по этой причине. Просто мы хотим вот сохранить вот этот вот культ вокруг нашего названия, нашей музыки, для того, чтобы для людей это было нечто соизмеримое с неким открытием какого-то сокровища, какого-то новой звезды, может быть, нового метеорита, или, может быть, нового, не побоюсь этого слова сказать, астероида. Поэтому, в общем, ищите и обрящите.